Всем привет, меня зовут Андрей. Сегодня 6 мая 2015 года. Я в Нячанге, во Вьетнаме. Нахожусь в районе Европейского квартала, а именно в пляжном комплексе Луизиана. Вот вдали виден остров развлечений Дин Перл, на который можно добраться или на канатке, или непосредственно уже на катере. Стоимость дня пребывания, то есть вместе с канаткой, и входят все развлечения, кроме питания, $28 на данный момент. Луизиана – это вид со стороны моря. То есть это такой пляжный комплекс, который имеет ресторан, бар, бассейн, лежаки с зонтиками. Стоимость лежаков, зонты и два лежака стоят 80 тысяч донгов. То на наши деньги это где-то 200 рублей. Соответственно, один лежак будет стоить 40 тысяч донгов. Также здесь расположен и туалет находится, и душ. Все это бесплатно. Есть парковка, тоже бесплатная. Можно приехать на байке и остаться здесь на целый день. Можно уезжать обедать, если здешнее меню вам не подходит. И, соответственно, возвращаться. Вечером же в этом комплексе береговом Луизиана проходят дискотеки. Но вчера было довольно как бы скучно, проезжал я здесь рядом. Также рядом, недалеко в сторону аэропорта, находится парк развлечений, парк Горького. Там система приблизительно такая же. Когда буду в парке Горького, сниму и расскажу более подробно. А вкратце, там аттракционы детские, различные горки, аквапарк. Также там лежаки, судя по отзывам, имеют три вида цветов, соответственно, их стоимость 30 тысяч, 60 и 100 тысяч донгов. Там эконом, стандарт и какой-то премиум класс.
Всем привет! Приехали на рынок Хоммой. Находится он в глубине города Ничанг. То есть это уже далеко не туристическая зона. Вот здесь такие улочки, на которых как бы торгуют. На самом деле просто хотелось бы здесь перекусить чего-нибудь. Сейчас идем пытаться найти какую-нибудь кафешку, потому что на самом рынке есть, где там продукты. Там воняет морепродуктами такими полупротухшими, конечно, и такой на фоне вот этой жары, там, наверное, сейчас жара с ракет. Но, конечно, не алё. Аппетит пропадет сразу. Нашли какую-то цивильную кафешку. Все красиво. Птички. Заболоченная местность. Принесли зеленый чай со льдом, меню. Вот, например, цены по пиву. У них еды здесь нету. Ханекен 22, Сайгон 16 тысяч. Оказалось, что в этой кафешке еды нет, только всякие напитки, соки. Вот заказали хурма, клубника, апельсин, свежее молоко. Посмотрим, что это такое. 26 тысяч донгов стоит. На наши деньги это будет 70 рублей где-то. Птичка в клетке. Поет, развлекает гостей. Вот такой принесли сок. Мультифрукт там. Клубника, апельсин, хурма. 26 тысяч донгов. Если нужно, лед подниму. Всем привет, 7 мая, день радио, 2015 год, я в Ничанге. Всем привет, меня зовут Андрей. Хочу рассказать вам немного полезной информации о Вьетнаме, а именно курортном месте Ничанг. Если лететь самостоятельно, то практически все билеты с пересадкой. Стоимость билета туда-обратно приблизительно 25 тысяч рублей будет на наши, ну, плюс-минус. Также, если вы полетите пакетным туром, то здесь есть небольшой нюанс, что всего два туроператора, которые возят своих туристов прямым перелетом. То есть это Amex Tour, они летят компанией UTR, которой прилетел и я, и Pegas Touristic, они летят Northwind. Все остальные туроператоры, они летят с пересадками, даже такие крупные, как, например, Coral Travel. Расчетное время пути 10 часов 15 минут, это заявлено авиакомпанией. Если вы пребываете в стране не более 15 дней включительно, то виза для россиян не нужна. Если же вы пребываете, начиная с 16 и больше дней, то необходимо сделать визу. Делается она или по прилету здесь в аэропорту непосредственно, или в посольстве Вьетнама.